Когда-то давно я мечтала быть актрисой. С тех пор прошло много лет, но мечта о том, что я выйду на сцену, меня не покидает. Помню, как сейчас, будучи маленькой, когда я оставалась одна дома, я брала мамину косметику, наряды, украшения, туфли и часами крутилась у зеркала, представляя себя актрисой. Сколько же счастья у меня тогда было! Никогда не забуду свои первые серьезные выступления в музыкальной школе. Для меня они проходили как никогда волнительно, ведь музыка для меня все. Недавно я начала заниматься искусством фотографии. Люблю делать снимки везде и повсюду. Мечтаю объехать весь мир, побывать в Риме, окунуться в суету Нью-Йорка, пройтись по Тауэрскому мосту, подняться на самую вершину Эйфелевой башни. Вообще, есть в жизни столько всего прекрасного и интересного, к чему нужно стремиться. Не сидеть на месте, а идти вперед к намеченным целям. Я очень рада, что моя детская мечта выйти на сцену сегодня осуществится. Я благодарна моим родителям и друзьям за то, что они идут по жизни со мной и поддерживают меня во всех моих начинаниях. Ведь если бы не они, я не была бы такой.